Снова привет, снова всем. С вами Алабаба. Продолжаем играть в Knight of the Temple. Сила зла вырывается на свет. Наша задача остановить их. Вот у нас уже и призраки нас встречают. Монстр. И не один. Вот тебе. Эй. Походу он умер. Но умер стоя. Поймет эти силы тьмы. А, сейчас. Снова завал. Стой, не двигайся. И не подходи ко мне. Стой на месте. Да стой, я говорю. Походу мечом быстрее, ну ладно. Да. Хорошо, что он не двигался. Я так понял. Монахов. Так монахи орут. Поломал. Теперь чини. Так. Не хочешь чинить? Так. Сохраняемся. No
новый меч. Да, берем новый меч. Святого, меч святого, могущественное благословенное оружие. Плохо, что он не горит. Мне нравился тот, который горел вечным пламенем. А ну-ка, уважаемый, стойте на месте, не двигайтесь. Еще чуть-чуть. Давай. Все правильно, так и должно быть. Надеюсь, призрака сарацинов не будет, они посильнее. Опять демоны. Кстати, этих демонов тоже и стрел убивать хорошо. Я убивал. Божественный урон. Надо будет попробовать как-нибудь, потому что он вроде как сильный стал. В тот раз я его использовал, он был слабый вообще. Поэтому я его и не использовал в начале игры. Сейчас можем посильнее. Не разбивается? Нет. Ну что ж, закрылись двери. Не открылись. Уровень на этом заканчивается. С вами был Албабом. Специально для летсплей. До встречи.